Привет, с вами Алина Фин, канале Алина Фанни Герл. И сегодня у нас очередная распаковка бумажных сюрпризов. Сегодня я опять снимаюсь с Мани, и у нас необычная распаковка бумажных сюрпризов. Опять я буду распаковывать одну коллекцию с Маней. Она у меня в другой позе, вот, в лежачей. Еще у нее вот куколка. Она с ней играет, а мы будем распаковывать бумажные сюрпризы. У нас новиночка — это Маша и Медведь. Вот такие пакетики. Вот, давайте возьмем, например, этот пакетик. У нас на каждом пакетике нарисованы сердечки и вот такие линии. Они фиолетовые и розовые сердечки. Вот такие вот у нас пакетики. Сегодня мы распаковываем все пакетики. Дай. Все. Вот такие пакетики у нас. Вот. Давайте я вам покажу страничку. Вот такая страничка. Здесь бирюзовый фон, такой красивый, прям как море. Вот такой красивый. Мой любимый цвет. Давайте откроем вот этот пакетик. Хочу. Давайте откроем этот пакетик. Тоже тут. И барабанная дробь. Вау! Это Маша. Вот такая ликарь. Маша ликарь. Так, давайте приклеим. Ой. Приклеим, а потом расскажу. Это Маша ликарь. Маша доктор. У нее здесь такой чемоданчик докторский, там всякие предметы, шприцы, ну и так далее. Вы поняли. Вот, коробочка вся коричневая, внутри оранжевая. Маша такая с вот такой вот на голове штукой. И здесь еще такое стеклышко, чтобы смотреть пациента. И она взяла молоточек для чего-то. Я не знаю для чего. У нее тут бантик и ее обычная одежка. Вы, наверное, прекрасно знаете, она розовая. И у нее еще здесь такие вот босоножечки. У нее тапочки такие вот. Давайте посмотрим теперь вот такой пакетик. Это вот такая пандочка. Глядите, вот такая пандочка красивая. Давайте ее приклеим. Вот такая пандочка. Помните, в какой-то из серий пандочка приехала к Мишке в гости? Вот такая вот пандочка. Вот с чемоданчиком коричневым с оранжевым. Такая пандочка черно-серенькая, прикольненькая. Кстати, пандочки едят только бамбук вроде. Так, давайте возьмем вот этот вот пакетик. Что, Маня, что? Ну ладно, уходи, если хочешь. Все, уходит Маня. Вот, все. Малышка осталась, и я. Все. Давайте откроем этот пакетик. Так, и... Вау, прикольно-то как! Вот такой вот персонаж. Так, давайте приклеим этого персонажа. Глядите, все разные персонажи. Глядите, какие прикольные. Маша, пандочка, еще это. Это у нас Мишка. Идет на рыбалку. Он очень любит поесть сочной рыбки. И идет на рыбалку. Вот Мишка, он серенький такой. Ой, какой серенький, коричневенький. С розовым носиком. И здесь удочка такая вот в руках. И ведерко, чтобы туда класть рыбочку, которую он наловил. Давайте возьмем вот этот пакетик. Машу и медведь. И барабанная дробь. И, вау, глядите, это вот такая Маша. Она гуляет по травке. Сначала приклеим, и потом посмотрим. Вау, прикольненькая. Это вот она гуляет по полянке с цветочком. Она в ее обычном образе розовом. И у нее вот такие тапочки.
Еще она вот такой, у нее такой прикольненький цветочек с лепесточками, здесь розовые лепесточки у этого цветочка и желтая серединка. Вот так вот. Вот такая красивая у нас камень ряд. Красивый. Давайте посмотрим, что нам попадется во втором ряде. Давайте вот этот пакетик откроем. Наш второй ряд. И начинаем мы с какого сюрприза с Машей. Давайте приклеим, а потом вам расскажу я. Ой, самая большая, мне кажется, вот сюда ее. Она очень большая, или сюда. Не знаю, давайте сюда. Что она не помещается, мне кажется, вот сюда она не помещается. Простите, сюда. Так. Здесь у нее такие цветочки желтенькие. Вот лепесточки их не вот зелененькие. Вот Маша, она школьница, идет в школу на 1 сентября. Она с бантиком розовеньким. Наверное, платочек вот ее свернули и сделали бантик. Вот бантик розовый. У нее костюмчик вот такой вот. И вот рюкзачок там торчит. У нее опять коричневенькие волосы. И улыбается широко, потому что она идет в школу на 1 сентября. Там и друзья, и учеба. Это так радостно, так весело. Итак, и что у нас тут? Вау, глядите, какой персонаж. Так, давайте наклеим этого персонажа. Вот так вот. Вот сюда он уже помещается. Так, это вот такой вот зайка. Зайка прикольненький, с морковкой. Украл. Это мое, так. Это мое, не отдам никому свою добычу. Вот такой вот серенький зайчик. Глазки у него фиолетенькие. Еще носик у него розовенький. Такой вот миленький, красивенький зайчик, который взял себе морковку. Сорвал у Мишки. Так, давайте посмотрим, кто у нас тут. Опять Машенька. Так, давайте наклеим. И потом расскажу. Буду все персонажей клеить, а потом рассказывать. Так, вот сюда опять надо. Вот такая Машенька. Она с леденцом, с петушком. Была такая серия, когда она брала себе много-много конфет и их кушала. Вот, радостная. Вот у нее опять платочек, здесь бантикчик и ее одежка. Вот она обычная. Так, давайте же откроем вот этот. И, о, так глядите, умная свинья. Глядите, умная свинья. Такая вот умненькая свинка. Вот так вот, умная свинья на подиуме. Так вот, это такая розовая свинюшка. Маша очень любит эту свинюшку одевать как младенца и садить в коляску и катать вот так. Давайте вам расскажу. Это свинка, она розовенькая. Она читает книжку и как-то танцует, смотрю. Балет, наверное. Мне кажется, это балет. И, наверное, она смотрит под книжки, на как правильно танцевать балет. И танцует. Так, давайте смотрим, что в этом пакетике. Так, интересненько, что же нам попадется. И вон нам такого персонажа не попадалось. Это миленький персонаж. Глядите, это вот такая вот лисичка. Вот сюда вам покажу. Вот такая лисичка. Давайте наклеим. Так, 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 так. Такая вот у нас миленькая лисичка. Она на таком вот бревне. Она там лежит удобненько и смотрит на других из высоты. Она сидит такая оранжевенькая с черненьким. Такая красивенькая. Глазки у нее голубенькие, такие красивые, как море. Давайте возьмем вот этот пакетик. Кстати, у нас осталось 3 пакетика. Давайте возьмем этот. И... Вау, это же парочка, миленькая парочка. У нас уже пара есть.
это вот такая вот. Знаете, у Мишки есть такая вот Мишка, или как это сказать, не знаю. Вот Мишка и его девушка. Вот такая вот Мишка. Она очень миленькая, такая красивенькая. Вот. И они друзья, и как бы скоро будут парой, вот, мне кажется. Вот Мишке нравится вот эта вот девочка Мишка. Она коричневая, и здесь светленькая. Она очень красивенькая. Давайте какой же взять, мне интересно. Давайте возьмем вот этот пакет, а этот напоследок. Наверное, там самое интересное, мне кажется. Так, и что тут? Ого, прикольненько. Вот такая вот. Глядите, это вот такой вот ежичек. И он на спине несет вот такой вот подарочек. Он бирюзовый, в крапочку розовую, и здесь бантик оранжевый. Он такой довольный. Наверное, Маша несет подарок, ну, который на день рождения она должна взять себе. Так, давайте последненький, наверное, самый интересненький. И что тут? О, я уже поняла, что это. Давайте приклеим. И это, знаете, кто это? Знаете, тех волков, которые в машине там, где, ну, докторы едут, они докторы. И они кушают колбаску и вот это вот еще что-то. Ножку какую-то куриную, мне кажется. Довольные такие. Это побольше волчок, а это поменьше. Они одинаковые расцветки. Здесь серо-желтые, здесь серо-желтые. Носики розовые, голубые глазки и розовые, ой, красненькие ротики. Очень прикольненькие обжоры какие-то. Кушают только такое вот мясо, только кушают мясо-мясо. Все. Такая вот у нас миленькая коллекция. Полюбуйтесь с ней. Такая прикольненькая. У нас не только, оказывается, вот эти волки, вот эти вот волки доктора. Вот еще Маша появилась у нас, доктор. Подписывайтесь на мой канал, потому что я для вас очень стараюсь. Всем пока, до скорых встреч!